Всем привет! Долгожданный момент. Судовой билет. Теперь ждем еще остальные документы и путь. Так как документы пришли с опозданием больше, чем на месяц, экоэкспедицию на Трунчук пришлось отменить. Она переносится на апрель-май месяц 2021 года. За то время, пока меня не было на канале и не было новых видео, я побывал на пленэре в населенном пункте Росейка. Там я не только сварил рыбу из металлолома, а также обкатал наш вербот Ок-Динги. В основном на веслах, но все равно было интересно. Сразу после пленэра я отправился в город Белгород-Днестровский. Там я установил скульптуру тапочек. Огромный гигантский тапочек великана из Аккермана. Уже в октябре я вспомнил о своем мотоцикле и решил открыть мотосезон. Мотоцикл помыл, завел, но, к сожалению, накрылся генератор. Сейчас он в ремонте. Также за это время я начал изготовление серии скульптур под названием «Силуэты». А еще у нас появилась собака, которую мы назвали Гарри. Он не только побывал с нами в Росейке, но теперь он живет в мастерской. А еще я приступил к изготовлению скульптуры синего краба. Эта скульптура будет изготовлена из фиата Ритма 1982 года.